Авторы идеи и продюсеры Винсан Шальвон де Версе и Дэвид Майкл. Алекс. Сэм. Кловер. Режиссеры Стефан Берри и Паскаль Жарден. Totally Spice. Голливуд. Показ мод, Лос-Анджелес, 17 часов 50 минут. Мне нравится эта старая школа, гладиаторские доспехи, но поосторожней в этом костюме на подиуме. Не сломайте там руку или ногу. Эй, что это? Планета красавчиков. Автор сценария Джефф Бидерман. Вилла в Беверли-Хиллз, 8 часов 21 минута. Она должна быть здесь. Я не могла потерять такую важную вещь. Она должна быть здесь. Я не могла потерять такую важную вещь. Не мешайся, Сэмми. У меня серьезная проблема. Я не могу найти свою оранжевую кофточку. А я не могу найти свою джинсовую юбку. Кловер! Эй! Где у нее одежда? Не знаю, но сейчас узнаю. Может, не стоит этого делать? Может, подождать, пока она вернется? Тебе нужна твоя кофточка или нет? Действуем. Если бы мы могли проникнуть в ее голову и прочесть ее мысли, мы бы точно знали, брала она наши вещи или нет. Наверное, сможем. Судя по тому, что он был спрятан, она, наверное, не хотела, чтобы мы о нем знали. Наверное, лучше положить его назад. Согласна. Так и надо сделать. От зловонных, пахнущих потом штанов Алекс воняет, как от канализации. Привычка Сэм петь в душе, перебирая мелодию, отравляет весь дом. Неужели она написала про меня такое? Неужели вы читали мой дневник? Что с вами случилось? Роетесь в моей комнате, лезете в мою частную жизнь. Я бы никогда так не поступила. Да? Откуда у тебя эта кофточка? И эта джинсовая юбка. Не переводите тему, отдайте мой дневник. Отдай мне мою кофту! И мою джинсовую юбку! Я серьезно, отдайте мне! Зачем ты хочешь вылить на нас очередную грязь? Осторожно, он сейчас! Что? Рады, мой дневник промок! Простите, что прерываю женскую борьбу, но у нас есть более важные дела. Исчезло несколько заметных мужчин в разных странах. Это суперкрасавец, супермодель Тай! Да. Следующий пропавший мужчина. Кеннер Найтли, известный телерепортер. Тебе видней. И, наконец, сами скажите мне, кто это. Джерал младший, молодой сенатор из Массачусетса. Кто мог подумать, что ты политически подкована? Всех их объединяет то... Я знаю. Они АИАС. Абсолютно известные и абсолютно сексапильные. Заскок. Я вспомнила, что мы в ссоре. Да? Хочешь продолжить, пока мы не продолжили? Посмотрите. Не могу разобрать, кто похитил Тая. Что нам делать с этим 411, Джер? Тревога. Неизвестное средство передвижения приближается к мысу Кенгуру в Австралии.
Скорее, 9-1-1. Мэскин Куру в Австралии, легендарный фигурист Тони Игл снимает там свой последний фильм. Наверняка похитители направили за ним свой таинственный аппарат. Если так, пусть Глэдис выдаст вам снаряжение для охоты за этой неизвестной немезидой. Сапоги с нулевой гравитацией, дезинтегратор звука, и для агента, не забывающего о моде и вынужденного выдерживать силу в 100 000 мегатонн, костюм «Панцирь». Одевай лучше кловер, Алекс. Точно. Не хочу, чтобы он начал вонять, как мое белье. Как вы хорошо меня знаете, как будто мой дневник прочитали. Стойте! Ой! Приготовьтесь к приземлению. По моей карте мы там будем через... Секунду. Что случилось? Что случилось? Лучше спросите, что в порядке. Представляете, Тони в жизни еще выше, чем я думала. Здорово, что мы прибыли сюда, пока его не укоротили. Поняли? Укоротили. Оставь свои дурацкие шуточки для своего дурацкого дневника. По-моему, я вижу таинственный экипаж. Странный. Кто им управляет? Наверное, они. И они приехали за Тони. Мы должны остановить этих гладиаторов. Сейчас сделаем. И поверьте, от этого звука у них голова лопнет. Что произошло с гладиаторами? Ничего. Смотрите. Totally Spice. Я думала, ни один человек не выдержит такой звуковой удар. По-моему, это не люди, Алекс. А почему запахло палеными волосами? Лучше тебе этого не знать. Началось! Свое время видела я гладиаторов-роботов. Стойте, не видела. На помощь! На помощь! Тони! Нет, помогите! Только не Тони, нет! Помогите! Если бы не были с тобой в ссоре из-за дневника, мы бы тебя утешили. Это полная неудача. Мы потеряли и фигуриста, и противника. Что-то мне говорит, что мы с ними еще встретимся. А, это осталось от гладиатора. Наверное, упало с его набедренной повязки. Надо отправить это в лабораторию на анализ. Беверли-Хиллз, школа, 12:22. Мне абсолютно не хочется есть. Мне тоже. Как можно есть, зная, что какие-то странные роботы-гладиаторы похищают невинных людей? Интересно, зачем они им? Не знаю. Все это кажется мне абсолютным безумием. Кстати, о безумии. Я зашла в туалет, и что я там увидела? Злобную клевету, что я крашу волосы. Как ты могла такое написать? Кто сказал, что это я написала? Там была подпись твоя, Алекс. Ты написала свое имя? Ну и что? Может, в следующий раз будешь думать, что ты пишешь обо мне в своем дневнике. А, сравнила записи в моем личном дневнике и унижение перед лицом общества. Моя последняя статья. Прочтешь, заплачешь. Секреты Кловер разоблачены. Секреты Кловер разоблачены? Кловер ковыряется в ушах колпачком от ручки. Ее меховая сумочка – настоящая подделка. А, льете грязь на меня? Ладно. Но на мои аксессуары... Это уж слишком. Колись, Мэнди, откуда ты взяла эту чушь? Прости, репортер никогда не выдает свои источники.
Кстати, Сэм, спасибо за горячий материал. Отнесись к этому так. Теперь тебе есть что написать в своем дневнике. Хватит! Ах так, теперь это зашло слишком далеко. Это война! Тайм-аут, мне звонят. Девочки, я получил результат анализа листка. Что у тебя на лице? Теперь ничего. Да. Лист, который вы нашли, относится к растению со средиземноморского острова Проазис. Проазис? Эй, это тот частный остров, которым владеет миллиардер и финансовый магнат Фил Фэнсис. А я видела его в стиле жизни безумно богатых. Да. Проазис планировался как частное место отдыха, но, будучи трудоголиком, Фил редко там бывает. Придется вторгнуться в частную жизнь Фила и узнать, что там происходит. Только осторожно, на острове может быть что-то похуже двух роботов-гладиаторов. Успокойся, Джер. Насчет вторжения в частную жизнь Сэм и Алекс – крупные специалисты. Остров Проазис, 17 часов 14 минут. Вы уверены, что нас сбросили в нужном месте? Абсолютно. Это настоящий Проазис. Это скорее Вегас. Вы готовы к самому дорогому развлечению в своей жизни? Сегодня ваш счастливый день, потому что сейчас начнется величайшее шоу планеты. Может, это концерт Боя Кэнди? Полетели! Это не Бой Кэнди, это Тай! Почему он оказался на этой жуткой арене? Что он там делает? Totally Spice! Теперь тебе понятно? Помогите! Помогите! Заберите меня отсюда! Мамочка! Мама! Если мы не поторопимся, эти робо-гладиаторы превратят его в модельный фарш. Единственный способ победить гладиатора – это стать гладиатором. Ты хочешь сказать гладиаторшами? Именно так. Вы отвлеките противника, а я спасу Тая. Ясно. Пожалуйста, мистер Гладиатор, не покалечьте мне лицо. Не волнуйтесь, вы в надежных руках. Вы спасли мне жизнь. А, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Сейчас тебе будет плохо, даже если ты робот. Помогите! Секунду, я сейчас занята! Да, занята тем, что получаешь по заднице! Знаешь, как говорят, если не одержишь успеха сразу, маши сильнее! А если во второй раз не получится? Падай! Отлично, агенты! А теперь быстрее, пока Тай еще жив! Ты считаешь себя крутым? Наверное, не считает. Но почему все так просто?
Где мы? Что за странная тюрьма? Если это тюрьма, я с радостью согласна на пожизненное заключение. А вы здесь за что? Что-то мне говорит, что это хуже тюрьмы. Это больше похоже на человеческий зверинец. Вы правы. Нас всех похитили и держат здесь вопреки нашей воле. Со мной это не пройдет. Не волнуйся, вы здесь ненадолго. Эй, я вас знаю, вы Фелисити Фэнсис. Была, пока папа не сделал меня принцессой Проазиса. Да, только испорченной принцессой. Верно. Отец дал мне все, что можно купить за деньги. Одежду, машины, украшения. Но это так скучно. Скучно! Да! Поэтому он придумал этих робо-гладиаторов, которые ищут по всему миру самых симпатичных мужчин для моей коллекции. А когда мальчики-игрушки мне надоедают, я отправляю их на неравный бой. С ума сойти, разве они могут когда-нибудь надоесть? Кловер, отпустите нас, так будет лучше для вас, Фелисити. Простите, раз уж вы здесь, я решила усложнить сюжет. Наверняка вы жаждете узнать, как. Если честно, я не настолько любопытна. Чтобы доставить мне радость, вы встретитесь с последним папиным подарком – Магнагладом 5000. Totally Spice! Вопрос. За что мы, собственно, сражаемся? За жизнь! Что нам делать? Не знаю, Кловер. Может, я смогу напугать его своим пением? Опять про дневник в такой момент! Тихо! Мега, как там тебя? Ты не станешь меня обижать? Как? Станешь? Помогите мне! Сейчас. Не бойся, я тебя освобожу, даже если ты дурно со мной поступила. А, хватит. Нам нужно официальное перемирие, чтобы мы вместе смогли победить это чудовище. Ладно, но одной дружбы мало. Пора надевать доспехи, девочки. Правильно. Внимание, а вы проникните ему в голову. Да! Ты слышала, Алекс? Пора вправить Макнагладу мозги. Пора придать ему нужное направление. Отлично, я за руль. Нет уж, ты отвратительный водитель. Хотя ладно, давай. На тебя потратили миллиард долларов, никудышный. Дерись с девчонками. Отстань от меня. Я, пожалуй, папе, отпусти меня. Сделано так сделано. Браво, леди! Рад, что вы забыли про свои разногласия ради общего блага. Хотя бы на время. Притормози. Неужели речь опять про мой дневник? Про него. И прости нас. Вас? Да.
Мы отреагировали неадекватно. То, что ты написала, не означает, что ты все время так о нас думаешь. И потом, ты о нас хорошее тоже написала? Как ты счастлива, что у тебя такие замечательные подруги. О, я тронута тем, что вы такие понимающие. Стойте, вы опять читали мой дневник? Мы знаем, это плохо, поэтому купили тебе это. Новый дневник с замком и ключом. И не сделали дубликат. Спасибо, девочки. Я знала, что пишу. Я рада, что у меня такие подружки. Раз мы снова лучшие подруги, сделайте мне одолжение, хорошо? Не обижайтесь на то, что вы сейчас увидите и услышите. Я пою в душе, я пою в душе. Мое нижнее белье! Мое пени! Кловер! Я не виновата! Я не знала, что мы так быстро помиримся! Простите меня! Марафон. Читать дневник Кловер настолько не в моем духе, и мне не очень приятно. Поэтому я положила свой дневник так, чтобы она могла его прочесть. И это справедливо. И когда она увидит, как замечательно я о ней написала, она меня простит. Поэтому я приукрасила ее идеальную кожу, блестящий ум и ее гениальность. Но Кловер легко не купишь. Я положила его рядом с калькулятором под биологию, сзади английской литературы 19 века. Может, надо было положить его под шарф?